Литье алюминия под давлением является одной из самых востребованных технологий по обработке металла. Алюминиевое литье под давлением используется для производства качественных, прочных и надежных изделий, которые могут отличаться неповторимыми свойствами. Данный технологический процесс относится к числу полностью механизированных и автоматизированных манипуляций, в ходе которых расплавленный металл подается в специальную разъемную форму под искусственно созданным давлением с помощью поршня, движущегося с достаточно большой скоростью. Такой способ отливки гарантирует отсутствие усадки и высокий уровень точности выполняемых работ и изделий. Данный технологический процесс сводит к предельному минимуму производство брака. Литьем алюминия под давлением изготавливают детали и изделия для различных отраслей промышленности, бытовых и электронных приборов. Для технологии литья металлов под давлением используются различные сплавы алюминия. Сплав АК-12, называемый также силумин, это смесь алюминия с кремнием с небольшой долей магния. Этот сплав один из самых твердых, с низкой усадкой и высокой устойчивостью к образованию трещин. Также он является самым популярным. Кроме этого, для литья алюминия под давлением используются модифицированный сплав АК-12М, сплав повышенной прочности АК-9, модифицированный АК-9М2, а также более дешевый сплав АК-5М2. На заводе «Пресс-форум Вертикаль» используется алюминиевый сплав АК-12. Изделия из этого сплава получаются качественными, надежными и долговечными. Процесс алюминиевого литья под давлением происходит на специально смонтированной линии. Суть работы всего процесса заключается в следующем. Жидкий алюминий, температура плавления которого составляет 640-650 градусов по Цельсию, с большой скоростью подается в форму из упрочненной стали. Форма предварительно покрывается изнутри специальными составами для предотвращения прилипания затвердевшего металла к стенкам формы. Скорость заполнения формы металлом достигает 50 метров в секунду. В течение долей секунды расплавленный алюминий заполняет всю внутреннюю полость пресс-формы и в скором времени затвердевает. В зависимости от сложности изделия, его размеров и массы, форму для заливки заранее подогревают до рассчитанной температуры 130-150 градусов по Цельсию. Расплавленный металл подается в форму с помощью цилиндра с поршнем, который приводится в движение с помощью сжатой смеси азота или специальных жидкостей. Давление в камере достигает 700 мегапаскалей, что позволяет быстро заполнять жидким алюминием форму и получить лучшее качество изделия. Формы для заливки алюминия под высоким давлением делают из специальной высокопрочной стали, которая должна выдерживать такое давление и обладать дополнительным запасом прочности. Как только металл внутри пресс-формы заполнят все литники, остынет до рассчитанной температуры, форму раскрывают и извлекают готовое изделие. Затем пресс-форму обрабатывают составом против прилипания, тем самым подготавливая ее для следующего производственного цикла. Далее части пресс-формы смыкаются, и весь процесс повторяется снова. Несмотря на повышенную стоимость процесса литья алюминия под давлением, для множества производств данный способ является экономически выгодным. Это становится возможным благодаря высокому получаемому качеству, скорости и многократному использованию литейных форм. Отсутствие одноразовых литейных форм также уменьшает трудозатраты и улучшает санитарно-гигиенические нормы на производстве. Это является немаловажным фактором, так как любое литейное производство относится к вредным и ограничивается десятками санитарных норм. В настоящее время литье алюминия под давлением – это полный высокотехнологичный цикл производства изделия, структура которого включает в себя проектирование изделия, изготовление прототипа изделия, проектирование пресс-формы, изготовление пресс-формы, испытание пресс-формы, изготовление пробного экземпляра изделия, запуск производства изделия. На заводе «Пресс-форум Вертикаль» используется контрактное литье алюминия под давлением, которое характеризуется выпуском изделий на заказ на мощностях нашего производства при строгом соблюдении требований заказчика.